Уважаемые жители Могилевщины, искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом. Переворачивая последнюю страницу календаря уходящего года, мы вспоминаем каждый прожитый день. Безусловно, для всех он был разным, со своими сложностями, испытаниями, успехами и победами, встречами и потерями. В нем было все. Уверен, мы получили бесценный опыт, благодаря которому уже завтра будем строить новый день. Совсем скоро 23-й год войдет очередной вехой в историю белорусского государства. Еще одной мирной, благополучной страницей. Уходящий год стал годом, который укрепил и выстроил четкую траекторию, куда и с кем мы движемся дальше, защищая нашу независимость. Несомненно, он многому нас научил. Показал, что взаимная поддержка и отзывчивость помогают справиться со многими трудностями. Привнес в нашу жизнь неоценимое чувство единения, человеческой и национальной солидарности. Конечно, сегодняшний день требует от каждого из нас твердости и сплоченности, готовности отвечать на самые сложные вызовы, не только словом, но и делом. Отрадно отметить, вместе мы справились. Сегодня Могилевщина демонстрирует убедительные результаты во многих отраслях. В конечном счете, каждый из нас имеет свои собственные причины для гордости. Ведь изо дня в день своим честным и добросовестным трудом вносил вклад в развитие родного края. На наших глазах, в нашей области появляются новые кварталы жилой застройки, поликлиники, больницы, амбулатории, школы и детские сады, мосты и дороги, ряд спортивных объектов. Несмотря на непростые экономические и политические условия, промышленные предприятия региона работают устойчиво. В ближайшее время начнут функционировать современные инновационные производства. Мы постоянно держим руку на пульсе, осваивая выпуск новых видов продукции, расширяем географию экспорта товаров и услуг. Позвольте выразить слова благодарности вам, жители Приднепровского края. Гордимся каждым из вас. Спасибо за вашу преданность и веру в наше общее будущее. Дорогие друзья, именно сегодня, прямо сейчас, самое удачное время, чтобы оставить в прошлом все личные обиды, сказать самым дорогим людям о своих чувствах, о том, как важно заботиться друг о друге. Всегда. Уже завтра наступит первая страница книги 24-го года. Напишем ее вместе. Уверенно, результативно, с пользой для родной земли. Уважаемые земляки, пусть наступающий год будет для всех удачным и продуктивным. Станет временем созидательных дел и профессиональных свершений. Мира в каждый дом, здоровья в каждую семью. С новым 2024 годом!